Здравствуйте, ребята! 20 ноября во всем мире отмечают Всемирный день ребенка. Много праздников на свете, их не сосчитать. Любят взрослые и дети вместе их встречать. Но сегодня день ребенка празднует весь мир. От Парижа до Гонконга весть летит в эфир. Поздравляем, любим, верим, мир вам сохраним. Подрастайте, улыбайтесь, мы вас защитим. Поделочка у нас будет сделана из цветных салфеточек. Также нам понадобится цветная бумага. Глобус у нас будет сделан в технике торцевания. Итак, приступим к работе. Для работы нам понадобится газета, двойной скотч, обычный скотч, ножницы, шпажка, клей, карандаш простой, горшочек, камушек для устойчивости, губка, цветные салфетки и цветная бумага. Для внутренней части глобуса нам понадобится газета. Мнем ее хорошенечко. Берем еще один слой. Собрали мы из газеты шарик, а сейчас мы скотчем хорошенечко обмотаем наш шар. Берем губочку, обрезаем ее нужного размера и аккуратненько вставляем в наш горшочек. Далее наш шар мы обклеим двухсторонним скотчем, чтобы нижняя подставочка под глобус у нас была более устойчивее. Мы кладем туда камушек и прикрываем его губочкой. Обклеили мы наш шар. Теперь будем приклеивать к двустороннему скотчу торцовочки. Берем салфеточку, разрезаем ее на 4 части. Далее берем квадратик, складываем его пополам 2 раза. Затем тупой конец карандаша ставим на серединку квадратика. Далее нужно сомкнуть квадрат, прокатить карандашик между пальчиками. У нас получится цветная трубочка, торцовочка. Трубочку втыкаем в подготовленную основу и вынимаем карандаш. И трубочку втыкаем рядышком с предыдущей торцовочкой. Каждую следующую торцовочку нужно ставить рядом с предыдущей. Стараемся так сделать, чтобы торцовочки плотно прилегали друг к другу, чтобы не оставалось между ними промежутков. Продолжаем обклеивать основание нашего глобуса. Закончили мы обклеивать наш глобус. Вот. Теперь нам нужно глобус закрепить на нашей подставочке. Для этого нам нужно взять шпажку. Далее обклеиваем двухсторонним скотчем краешек горшочка нашего. Далее кладем камушек для устойчивости.
Наш глобус стоит устойчиво. На бумаге белого цвета рисуем человечка. Голову, две ручки, туловище и ножки. Шаблон у нас готов. Будем вырезать человечков из цветной бумаги. Вырезали мы человечков. Сейчас мы их будем приклеивать к нашему глобусу. Вот что у нас с вами получилось. Закончили мы делать нашу поделочку. Я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, до новых встреч!